Привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня нашел для вас новый очередной перспективный проект. Называется Gold Standard DAO, что в переводе означает «золотой стандарт DAO». У данного проекта токен будет подкреплен золотом. Это очень важно, чтобы защитить людей от инфляции, потому что золото в слитках всегда будет сохранять покупательную способность, что дает драгоценные металлы отличным убежищем от колебаний финансового рынка и экономических потрясений. Поэтому Gold Standard DAO стремится решить эту проблему, используя в качестве поддержки токенизированное золото. И каждый токен Gold Standard DAO будет обеспечен 1 миллиунцией золота. И протокол гарантирует, что каждый токен, отчеканенный GSD, будет у нас обеспечен золотом. Это означает, что справедливая стоимость должна торговаться выше его внутренней стоимости. Проект сотрудничает с такими компаниями, как SIS Foundation, LOT, и ведет переговоры с FRAX. Здесь данный проект собирается сделать полную децентрализацию DAO, и это все благодаря технологии языка Rollup. Я думаю, друзья, такая технология будет в перспективе через год-два очень популярная, очень трендовая. Такие токены, которые будут строиться на данной технологии, через год уже будут очень иксовые. Что по поводу цепочек. Золотой стандарт DAO будет запущен сначала в цепочке AVAX, и как только второй уровень SISCoin будет готов, то токен перейдет на SISCoin, одной из наиболее защищенных, масштабируемых, быстрых сетей и с низкими комиссиями за газ. И давайте, друзья, разберем, что по поводу токена GSD. Это токен ребейзинга. Это смарт-контракт, работает таким образом, что циркулирующее предложение расширяется или сокращается из-за колебаний цены токена. Ребейс, по сути, это увеличение или уменьшение общего количества токенов, включая всех держателей и LP. Это делается для того, чтобы скорректировать цену токена, не влияя на ее стоимость. И одним из преимуществ токена ребейзинга является график, который никогда не падает из-за постоянного растущего минимального уровня цен, что в свою очередь может обеспечить отличную рекламу для проекта. Попадаем на их сайт, друзья, здесь давайте знакомимся более подробно. Здесь у нас появится в будущем стейкинг, также App, есть у них White Paper, есть еще Gitbook, поэтому, друзья, также переходите, ознакомливайтесь с этой информацией еще и самостоятельно. Здесь можно будет зарабатывать на ликвидности, здесь уже есть важные партнерства, это SISCoin, а также LOT. Внизу у нас есть социальные сети, это Twitter, Discord. Очень важно быть подписан на Discord, потому что там есть важные нюансы, да, можем поучаствовать в IDO и нужно будет подписаться именно на Discord. Идем далее, попадаем на Gitbook. Здесь у нас, как всегда, подробнейшим образом расписано по поводу проекта, что такое золотой стандарт, что он из себя представляет. Это у нас централизованный протокол резервной валюты, доступный в протоколе SISCoin на основе токена GSD. Здесь у нас расписано по поводу проекта, в чем его смысл, зачем его делают. Друзья, информации много, переходите, ознакомьтесь для более подробного изучения этого проекта. Здесь у нас есть еще вопросы-ответы, зачем он нужен. Здесь у нас есть ответ, GSD это стейблкоин или нет. Нет, это не является стейблкоином, скорее GSD стремится стать алгоритмической резервной валютой, поддерживаемой другими децентрализованными активами. Что такое стейкинг? Я думаю, друзья, вы это уже все понимаете, потому что мы уже неоднократно разбирали, что такое стейкинг, как на нем зарабатывать. Хорошо сделанный гитбук, я думаю, вы также с этой информацией полностью ознакомитесь, потому что, друзья, это нужно будет сделать в любом случае, чтобы разбираться в проектах и понимать, как на них зарабатывать, как читать проекты и тому подобное. И здесь еще есть у нас ссылочки, перейти, чтобы подписаться в Discord. Уже подписчиков больше 4000, весьма стремительно развивается их Discord. Есть, друзья, у нас еще здесь Medium, поэтому там тоже много интересных статей, подробных статей, там есть и дорожная карта, поэтому также нужно будет переходить туда, чтобы ознакомливаться с этим проектом более подробно. Идем далее, здесь у нас есть Twitter этого проекта, Gold Standard DAO, есть у нас социальные сети, Discord и Medium, эти продвигаются основные социальные сети на этом проекте. Здесь у нас есть еще аирдропчик, можете поучаствовать, также ставим лайк ему, и чтобы люди зарабатывали на данном проекте бесплатно. Есть у нас информация о дорожной карте, это экономики, можете переходить в Medium и там со всей этой информацией ознакомливаться. В планах еще у этого проекта переходить на блокчейн Solana, потому что там быстрые и дешевые транзакции, с этим все связано. Видим, что в Твиттере в принципе информации хватает.
постоянно новости выкладываются, есть лайки, репосты. Конечно же, не сильно большое количество, но у нас здесь еще не так много подписчиков. Есть различные раздачи, можете участвовать. У них уже есть партнерство, слот. Видим, что Twitter у них, в принципе, свежий, создан в октябре. Здесь у нас лаунч, связанный с Дискордом. Друзья, в этой статье идет речь о том, что уже был whitelist, но нужно будет сделать его заново, потому что здесь еще добавили верификацию. Здесь у нас будут покупки на $2000 и $4000. Для того, чтобы это сделать, здесь есть форма Google, на которую нужно будет перейти и вписать всю информацию, чтобы поучаствовать в вайт-листе. Белый список выглядит вот таким вот образом. Здесь вас спрашивают, являетесь вы гражданином США или нет, являетесь вы участником золотой команды Discord или нет. Конечно же, нужно будет, друзья, США поставить нет, а здесь поставить да. Укажите свой Discord и на какую сумму вы хотели бы приобрести данных токенов. И также указать свой адрес почты и нажать кнопочку отправить. Друзья, вот такой вот проект. Переходите по всем ссылкам, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите обязательно свои комментарии, что вы думаете о данном проекте, как вы его видите, удастся ли здесь сделать иксы или нет. А на этом у меня все. Всем, конечно же, профита, друзья. Пока-пока.